Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение FFA сериала на десятерых Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall за Египет. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ой, блин, как неудачно. О, я не могу отойти, все. Этому скауту жопа. Вот сейчас его точно убьют. Кри, а ты мне границы открываешь? Кто? Кри. Спрашивает Саладин. Вот тут, видите, проблема. Куча территории, но нету... Если мы дружбу продавать будем туда? Нету пресной воды. Вот как мне тут города ставить? Будем. Да, конечно. Как мне тут ставить города? То есть вот осталось место. Кри, я закинул. Ну тут на побережье придется поставить, видимо. Еще. Это озеро, интересно, или чудо? Это, кстати, на чудо... А, нет, это побережье. Тебе, Алексей, вот тоже закинул дружбу и границу, если захочешь. Окей. Ты понимаешь? Нет. Окей. Что-то я дружбу не увидел, Саладин. Я вижу только границы. А, ты тоже закинул. Я принял. Мне нет смысла пока границы делать, потому что мне нечем исследовать Саладин, а он будет исследовать, и он там бегал скаут. Поэтому я хочу, чтобы мы врал. О, уф, не напали на скаута. За 10 ходов не набрал ни очка. Удержался на 11. Красавчик. Красавчик. Это действительно сложно в игре на 10-х. Без сарказма. Но если ты не хочешь на него нападать, мы можем дружбу заключить, блядь. Ой, нафига я колесо открыл, блин. Мне нужен четвертый город. Ладно, если тебя не смутит город, который появится под Квиллой, можем заключить. Сандеро, посмотри метку нового поста, а ты тогда тут. Смотря где он появится. Ну я понял, хорошо. Под Квиллой, там, собственно, выборы ноль. Ну, я... там два выбора. Немец, я буду кабу. Давайте я орошение открою. Прям под Квиллой возле пшеницы? Имей в виду просто. Меня он не очень смущает, на самом деле. Ну да. Ну, все, давай. Не, мне просто интересно даже попробовать, что из этого всего выйдет. Потому что, ну, очевидно, если нападать, то это будет скучно. Неинтересно. Ну, если нападать, ты нас обоих выключаешь из игры просто. Ну да. Ну, я как бы вижу, что я не пробиваю, и все. Ладно бы мы еще поближе были, так мы нет, это вот кишка, она бесконечность длится по ровным лугам. И Иерусалим никто не нашел. Нет, кто-то нашел. Что это второй радиус, он выкупил, я боюсь, что он это возьмет, это слишком близко к моему городу. А я тебя сейчас найду тоже, качечка. Ищи меня. Я тебя найду. Отлично. О, все-таки чудо. Ну, кстати, ты понял? Тоже вариант поставить город здесь. Варфилл, убери разведчика, я там город хочу поставить. Да, сейчас. Магнус. Не думаю, что это будут войны какие-то. Так, скри надо тоже дружбу объявлять.
есть я, в принципе, могу вот эту всю территорию заселять, на самом деле. Единственная проблема, что отсутствует пресная вода. Так, ну и похоже, я в героическую эпоху вполне выйду. Как мы встретились. Мы встретились с тобой на краешке земли. Или как там? А, наоборот, на краешке земли. Пожалуйста, не пой. Нет. Шамхана нет, он бы затянул. Может, овец ведь? Но он, походу, в этом тенише пропал или как-то. Тенише. А, Инвиктус! А, кто гусара фраш? Качечка. Инвиктус, как насчет, типа, сыграть оригинально и самому на кого-нибудь напасть? Никто ж не ожидает. Я всегда готов. Крив, почему ты в каждой игре вышел? Пытаешься на меня натравить Инвиктус, Алёш? Почему? Инвиктус, нападай на кого-нибудь, кроме Качечки. Да, правильно. Хорошо. Вот тут никого хорошо больше нет. Хорошо. Блин. Вот это не очень хорошо. Надо лучников на колеснице Марьян устроить. Мне придется, видимо, сюда город сейчас ставить. Видите, проблема тут. И акведук никуда не построишь в этом городе. Но я могу много городов ставить, и знаете за что? Потому что у меня храм Артемиды, и он дает кучу счастья. Так что, Алексей, пустишь погулять? Ну, я пущу, когда я пойду к тебе гулять, чтобы одновременно исследовать. Ну, так он, у тебя есть прачник, пошли его. Нет. И еще кого-нибудь. Ну, Антон. Ну, ладно, я подожду. Когда мне надо будет, я пошлю, спасибо. О, Качка, ты, получается, в Тескока, да, отправил? Ты мне еще дорогу проложишь. Как хорошо. Да. У тебя там с Алеппо небольшие проблемы. Видимо, что-то случилось. Он его так удачно подставил, что он что-то перейдет. Свободные. Давайте, наверное, военную традицию откроем. Ну, оно подрастет. Просто в этом... Нет, мистицизм смысле. Столица же после строит. Поставлю карточку на... Я начну поселенца, но надо... Кри как раз еще в нормальную эру вышел. Лучники Марьяну. Поэтому такая фигня. Но он не отвалится, это точно. Надо было в золотой выходить. Не-не-не. Так. Потому что лучники Марьяну это не кавалерия считается, а дальнобойный юнит. Слушайте, колесницы Марьяну, они же не кавалерии считаются, да, а типа стреляющим. Начинаю уже строить колесницы, чтобы арабы и кривы носить. Бог. Не, ну а чё они? Халяют. Не, ну а ты чё? Я ничего, это они чё? Воу. Интеллектуальная дискуссия. О! Ярость! В ярости вышел просто. Там два дуболома против одного. Нормально заходит. Мы видим Вайлфюри. Американец, можешь дуболома убрать, который справа от пшеницы стоит? Качка, вот я хочу туда посадить город, а там уже всего 3 клетки мастерства, а ты разрешишь, правильно?
Крив, последний раз предлагаю. У тебя несколько соседей, а ты у меня самый ближайший. Тебе, как бы, мы сейчас просто попилим, если ты не хочешь это делать. Так я не вижу предложения. Я закинул тебе дружбу, Поля. Вот эта фраза странная. Если ты не хочешь этого делать, то мы попилим тебя. А к чему они тебя склоняют? Он дружбу не принимает и лагеря в мою сторону ставит, а у самого там, видимо, варвары столицу бьют, гарнизон поседают. Непонятные вещи. Непонятно. Ужас просто. Ну, вообще, я удивлен, что Кри не пошел и не забрал тебя этим своим... Как его? Уникальным юнитом. Я тоже, но как бы уже сейчас, вот в данной ситуации. Вот здесь надо сразу амбар строить. Конечно. Становится немножко другой расклад. Своего домолоба убираешь ты или нет? А ты дружбу убираешь? Или вот тут следующий город ставить? Ну, в любом случае, надо сначала армию построить, чтобы с варварами разобраться. А, ты не... А, ты принял дружбу. А, все. Я что-то думаю, бежит такой. Фиг тут. Ты дружбу принимаешь, не? Качку посмотри из стелки. Сейчас. О, какой красивый. Куда ты хочешь пойти? Может, вселенцы тоже? Качечка. А. Твою душу. Ну, вот здесь я могу где-то я город поставить и хотя бы акведук к озеру. Город что-то поставил, знаешь? В смысле, что я там поставил город? Я же тебе оставил место с лошадями. Говоришь, ну, хорошо, да. Вообще, нет, ты я... там клетки не выкупай. Как-то я не очень... Какие, лисицу? Лисицу можешь выкупать, наверное. Я не знаю, какие там клетки можно выкупить. Там нет ничего интересного. Ну ты рис хотя бы не бери. Рис? Нет, а рис ты не можешь. Это четвертый ради. А, сори, что-то. Я не настолько крут. Не успел походить. Нет. Отлично. Ну, чудо надо будет еще поставить точно город. Но это сейчас я 6 хотя бы поставлю. А потом уже в героической эпохе буду что-то делать. Ну, кстати, и ход довольно быстро переходит, между прочим. Помню, мы когда последнюю на восьмером играли, там как-то дольше все это было. Не хочу показаться нескромным, но просто хороший хост. Что-то нескромный какой-то. В FIFA 12 как бы играли и до конца, так что все, good. Вы главное Wild Fury не ливайте, и все будет отлично. Чтоб рассинхронов не было. Хорошо. Да. Египет будет в тундре, представляете? Вообще надо вот тут как-то что-то исследовать. Слушай, минус 12 в плакопане. Кстати, писал минус 8. И с минус 8 я бы справился. Ну, тебе надо там орла садить. Он уже там. А губер? Нет. Ну, писало минус 8. Это вранье. Ух ты, варвары идут. Надо еще одного поселенца и после этого центры коммерции начинать. Ну, в Мемфисе уже надо будет начинать. Блин, ну вот проблема с политическим районом. Где его ставить? Это очень грустно, Грей. Что я могу сказать? Непонятно. Надо было чуть южнее, наверное, ставить. Ну, не надо было, как бы, хоть какие-то клетки здесь нормальные. Там все клетки хорошие. Ой, кумаси.
Ну да, есть немного. Ну, если еще и Стокгольм будет на карте. Минус один. Потому что если у вас на таком этапе уже проблемы с лояльностью, что же дальше будет? Что будет интересней? Уже минус два. И зачем какой-то город там вырастил? Ну, сейчас он вырастет чуть-чуть, будет все. Все хорошо. Ой, блин. Ну, варвары же не могут город захватить, да? Могут. Они могут разрушить не столицу. Нифига себе. Жизнь, боль. Инвиктус, а чё ты так далеко город третий поставил? Или второй? Неужели там так классно? Прям интересно. Блин, Кри уже сюда бахнул. Ну то есть, здесь уже некуда, по-моему, город поставить, да. Не очень хорошо. Ну, я бы Кри, наверное, захватывал тогда, в будущем. Ходов рост это маловато. Переключим на про... Нет, тут культура пойдет. Здесь... Перми не хватает только... Это лучше на производство, мне кажется. Не хватает жилья. Со счастьем, я думаю, у меня проблем не будет. Ну-ка посмотрим, как Эдфу. Ну, увеличилась сила, потому что я построил колесницу Марьяну. Круто. Круто. Не, ну не, он не должен одним дуболомом захватить. Не должен. Ну сейчас увидим, в общем. Ой, блин, сначала было олигархию принять, а потом уже нападать. Так, производство юнитов. Да, подождите. 3-3-3, да, пока оставляем эти карточки. Что я следующее хочу открыть? Военную традицию за один ход, наверное. Я... Или нет? Пойдем пока дальше в драму и поэзию. К2 влияние. Надо больше послов набрать. Черную карточку. Хотя можно вот плюс 5 к боевой мощи поставить пока. Или к производству. Не, давайте к производству. Алеппо. Тундры вообще грустные тут у людей. Сколько нам ходов? Ну, еще 23 хода. Я точно в героический век выйду. Кто у Инвиктуса сосед справа? Справа там. Yeah. Wild Fury. С ним война уже, если что. А Кёльн это какой город? Нижний? У кого с кем война? У Wild Fury с Нексусом. Бан. Польша против... Шотланд. Подожди, там Wild Fury вылетел, на него напали сразу за это? Нет. Да. Не любит Invictus те, кто вылетает.
Сыров, конечно. Че, вот ту территорию надо как-то исследовать. Ну, мне кажется, там ничего нету такого прикольного. Ты же построишь тут ферму, чтобы у нас строечка была, Грей? Я везде ферму построю, что мне строить. Красиво. Красивое решение. Ой, руинку первую нашел. Моя первая руинка. Так. Ну вот и давайте думать, где мне лучше центр коммерции строить, в какую сторону. Блин, я вот не знаю, где мне тут ромашку из правительственного района. 25. Нет. Так, а что там дает наследие автократии? Окей. Карточку. А погоди, автократия. В сложной ситуации ребята сейчас, тут не будут разменяться. Блин, наверное, вот плюс здесь. Подожди, автократия придется. Это же то, что плюс один дает? Да, да, да. Ну, тогда я холм потеряю. Плюс один ПП и плюс один. Блин. Беру. Дайте две. Это как бы уже больше промки, чем на остальных. не к каравану, а ко всему произведению. Ну я понял. То есть это две промки, как бы нормально. Не очень у меня тут с районами будет все-таки. По-моему, еще за каждый домик правительственной площади. Ну да, ну вначале две, а потом будет четыре. Если сейчас какой-нибудь варвар подойдет, будет очень грустно. Я не помню, за дворец дает или нет. Вот я, может, ошибся. Кстати, почитаю. Хочу вот здесь поставить на месте варварского лагеря. Или может по ней. Нет, здесь лучше. Тут. Так, вот теперь можно пока менять производство поселенцев. Это мы уберем. Слушайте, а Стоунхендж построили? Блин, Инвиктус, ты меня убил тоже этим, чем ты пришел. Ну, я же люблю афроамериканцев. Ну, скажите, Стоунхендж опять Инвиктус построил? А, нет, Нидерланды. Он настроил кучу мечников, лучников, тараны. Во, просто вот это я понимаю. Вот это Инвиктус, которого я люблю. У меня военная мощь 55, у него 300. Я бы там, наверное, склеил ласт. Не халяй в качке. Даже если половину клеток вырубишь своих, у тебя будет 600. Я тут планирую еще гавань поставить. Да, надо же похвалить Инвиктуса, что он вообще красавчик. Ой. Спасибо, братан, спасибо. Так, тут центр коммерции. Пум, Эдфо, отстояли. Короче, Инвиктус, у тебя есть лисица? Если тебе надо... Ну, уже торговцы кто-то построил. Ну, в смысле... Районы. Я же сказал, забирай. Не, ну я могу поставить военные лагеря и достать. Не можешь, он четвертый радиус не покупает. Да ладно, не убил. Ой, захват. Ну, пофиг, я отобью. Это ты ярость убиваешь, что ли, Америку?
Шотландии? Шотландия. Шотландец, может тебе там железо надо, деньги, я не знаю. Не надо ничего. Ну, если тебе хочется, то дай. Так ты же говори. Скажи. Конечно, а чё ты молчишь? Ну. Сейчас обработаю, да. А тебе не хочется? Ну, он же готов потерять. Ну, так, так неинтересно, если ты все заберешь. Знаете, оставлю, надо может, у кого-то лучников есть построить, железо? Надо я дуболомов построить. Единственное, я вот на один ход, мне надо что-то, вот военную традицию открыть, нет, так, нет. И вот так мы сделаем. Качечка, если надо, я тебе потом дам. Окей, отлично. Я союзник Лиссабона. Нет, нет, сейчас я обработаю, через два хода дам ему железо. Построй о, пока дубин. Первый раз вижу это раз. Чудо, упсунурская котловина. Это такая в пустыне дырка? Нет, она в тундре. Нет, в пустыне дырка, это глаз пустыни. Ну кто-то ее называет дырка пустыни, например, качечка. Если это дырка пустыни. Ладно, не дырка, отверстие. Качечка, а тебе мой друг. Мой людоед, любимый, на тебе сделку. Я знаю, что ты любишь слонятину. Слонятина, топчик. А что ты хочешь за так, ну мне осталось, собственно, для героического века только уникальное улучшение построить, но я это, его приберегу на всякий. Лизербэк. С кожаным панцирем черепа. Ну не очень. Ну и что? Мы все жрем. Все, можно черную карточку брать. Голодные голландцы. Голодные голландцы. Горе у нас. Плоская земля. Знаешь такую беду? Так, Америка с Кри воюет, я смотрю. Это Кри воюет с Америкой. Ну, как бы я не понимаю, зачем этот парень это делает. Он в последних местах уже попадал. Ну, захватывай его тогда, что ты. Ну, тогда. Ну, тут как бы озера, холмы, горы. И... Может пойти тоже Кри захватить красиво. Тогда? Холмозерогорск? Так, а дыр кто-нибудь находил еще? Нормальное название называйте. Я находил. Лас Сахары. А, ты про эту дырку? Да. Я думал дырку, которая озеро. Да не. Еще одна дырка. Ну да. Что-то дырявая карта какая-то. Дырка, в каком-то дырка. Очень странном месте находится глаз Сахары. Тундра? Или что? Ну, тундра, она, по сути, тоже пустыня, там же много, мало влаги. Так, качечка, ты это... Все, я понял. Ты сделку увидел? Я принял ее уже. Красавчик, просто. Алексей, мне на твою столицу как-то посмотреть. Леша, посмотри сделку. Чтобы караваны пускать. Леша из тех игроков, которые ревностно защищают свой суверенную столицу. Не, ну, у него тут положение такое, что... Ну, араб, если мы договоримся на какой-то долгий мир, то давай. В принципе. Две дружбы. Как мы не договоримся? Как мы не договоримся? Слушай? То есть я готов с тобой, там, союзы, вот это вот все. Да, более чем... Тогда давай открытые границы присылай. Слушайте, а это храм Артемиды... как вот его это довольство работает? Он чисто на тот город, который... в котором построено, или все-таки размазывается по всей империи? Вроде как на город только. По-моему, нет. По-моему, на все. На все?
Как бы вот это посмотреть вообще, вот в принципе? Вот я захожу в раздел «Довольство в городе», да? Вот где я вижу, какое у меня счастье идет от Артемида? Есть «Довольство от развлечений», «Довольство от улучшений». Наверное, «Довольство от улучшений» считается. Но это ж тогда и все ресурсы редкие, наверное, нет? Как-то тупо. Нет, наверное, от улучшений. Но в описании чуда написано, что каждый, да, лагерь – это пастбище, плантация, которая в четырех тайлах от этого чуда. Ну да. То есть я всегда строил его, придерживаясь мнения, что это все-таки работает как Колизей. Ну, наверное, я тоже думаю, что он так работает. Но как вот... Вот все-таки увидеть конкретно цифры, сколько я получаю сейчас довольства от Артемиды. Ну а сколько у тебя сейчас от улучшений? Улучши клетку, которая дает счастье, и увидишь. Прибавится в городе или прибавится где-то в другом городе. По-моему, так можно эксперимент провести. Там же пастбище. Так, мне нужен юнит для захвата. Всадников может построить. Я открыл всадников вообще? Открыл. Да блин, не нажимайте кнопки. О, здорово. Спасибо, Лиссабон. Грейс, поймай этого разведа. Так, под плантацией надо идти. Вот еще лошади. 30 голды. Убью этим же ходом. Было бы у меня 30 голды, слушай, друг. Я не успел поменять этот первый посол. Надо было прошлым ходом менять. Блин. Я что, попробую на живца словить сначала? Я уйду. Ладно. Ну, уходи. А деньги там сколько стоят? 100 золота, нет, многовато. Здесь больше? Не, ну это не карта, на самом деле. Чушь какая-то. Маква Сакахикан выглядит, знаете, как, ну, название, как будто Москва-Сахалинская такая. What? Я подозреваю, это станция метро какая-то. Нет, ну есть там, знаешь, Франкфурт на Одере, Франкфурт на Майне, Москва-Сахалинская, Ростов-на-Дону, Ростов на... Дружище. Да. Ты уйдешь с этой клеточки? Ты можешь у меня на территории полечиться. Давай, дашь проход, уйду. Конечно. Я-то своего брата. Я же сам черный, так что... Шахтер, что ли? Голландец просто. Висячие сады, Джибель Баркал. Зачем ты сейчас лодку построил? Так, там Invictus Wild Fury рассинхрон, так что если у вас там война, подожди, когда он загрузится. Да, а Wild Fury дали железяку, да? Сейчас дам. Ты напомнил бы, ну дружище, ну не молчи. Подожди, у меня еще... Я еще не могу мечников сделать. Как уже, 45-й ход. Я этим делал. Садников. А, ну ты что, тоже нормально. Ну, может, скаутом просто прибежать? Это у вас... Как вариант. Я точно скаутом заберу, только надо силу снизить. Когда загрузишь, скажи мне. Хорошо. Друг Сандро. Да, сейчас, секундочку. Кидай, сейчас все сделаю. Все. Подожди. Давайте думаем, где все-таки. Ну, видимо, вот тут надо делать.
Тогда, значит, центр Давай. Коммерции сюда. И тут придется весь этот рис вырубить. Не знаю, к счастью, к сожалению. Шутрый варвар, да, да невозможность. А, я еще черную карточку не поставил, блин. Вот что я не успел сделать. Вот это серьезная проблема. 90. Ну, надо тратить деньги. Потому что это развитие. Это развитие. И американец, вы так и будете воевать? Сейчас я куплю так еще один. Хорошо. Я уже... Кри, почему ты воюешь? Мне он не нравится. Он слишком близко. Там с города нет писать. Ну так ты сейчас проиграешь игру просто. Мне голос поменять, что тебе меня не нравится. Не, ну... Не, подождите, ну там реально, то есть у Кри просто... Ему Кри просто негде селиться, вот и все. В 4 города стоит. Ну, 4 города. Ну, я не... А вверх? Ну, вот... Нету? Там поэтому, тебе, американец, надо захватывать Кри. У Кри вверх? У меня есть, я оставил место, где поставить просто из-за войны, как бы получилось так, что еще юнит хотел. У меня из-за этого с Сезером проблем была. Так бы у меня тоже 4 было. Ты принял? Прими сделку-то, Брюс, пусть лежит. Чем раньше ты возьмешь, тем раньше оно мне вернется. Нет, Леш, тут так не работает. Тут ты не захватывать будешь, а просто уткнешься в стенку из юнитов, и вы оба вылетите из игры. Все еще та же цена, качка. Просто постой. Нет. Не уходи, постой. Да ладно, он не уйдет. Ну да, он застрянет на лисице в этот раз. То Фьюри готов мириться. Хорошо. Красавчик. Вот так вот, как железо зарешало. Кач, не железо, тебе... а зарешали, вот он... лошади. Лошади, да. Теперь могут к тебе прийти, Кач. Давай пока дружба. Ключевое слово какое, знаешь, да? Индиктус. Ты послал. Ключевое слово Invictus? Да. Непокоренный. Ну слушай, Кри, если ты замеришься с американцем, ты можешь Лиссабон взять. Окленд взять и еще город бахнуть между столицей и Оклендом, у тебя будет 6 городов. В Лиссабон я ему не там забираю. 3 хороших города, не там. Че? Ты уже в ученичестве? Да. Нет, кнопка выйти из игры. Класс. Послушайте, ну я вот обработал плантацию рядом с Артемидой. Добавилось только одно довольство от улучшений. Где довольство от Артемиды? Ну, это, по-видимому, оно и есть. Да, только я обработал хлоп... А, да, это оно и есть, точно. Хлопок у меня уже был. Все верно. В один город дается только. Сейчас я посмотрю в другом. Да, только в один. Значит, довольство от редких ресурсов это одна, а довольство от улучшений это вот именно от Артемиды. То есть мне сейчас дается 5 довольств от Артемиды в этом городе. Зашибись. Кри, как ты не понимаешь, мы упоримся друг друга. Ты город сейчас не заберешь, там стена и Виктор. Ты этот город не заберешь в Чикаго, он хоть и не растет, но из-за такой ситуации, но тебя, у меня соседей нет, ну, таких, кроме тебя. Но тебя там задавят, если ты дальше так будешь по науке.
Тут бытует мнение, что черепахи, они только на кораллах. Это правда? Вот, если у кого есть черепахи. Да, да. После какого-то патча так и случилось. Как раз где они, типа, что-то там поменяли. Связанное с морскими люксами. А, как раз и черепаха поменяли. Репорты шли, просто тонули черепахи на обычных клетках и дали им коралловый риф. Теперь им есть куда выбраться в случае чего. Хэштег спаси черепаху. Да! Где вы там говорите желт? Ты ж холм. Ух, нифига себе, жирно живешь, Сандро. В смысле? Чудо хорошее у тебя. Да, вот это самое единственное, что меня спасает на этой карте. А ты в ямку поставил город там, где 3-3? Где? Ну, в самую жирную клетку на этом чуде поставил город туда. Такой вопрос, вот я думал, что ты мой брат, друг, как бы, знаешь, и так обижаешь меня такими Чему? Вопросами. Ну, ладно. Оставил ли я туда город? Ну вот, ну. Ладно, сейчас я сам увижу. Не серчать. Как так-то? Что? Что мы тут открыли? Плюс один к жилью. Нет, пока продолжаем строить коляски. Еще лучников, правительственную площадь пока отложим на героический век. Блин, ну я этим скаутом... Смотрите, я сюда встану, да, скаут. Ну, он все равно мне не сможет помешать захватить этот город. На каком ходу таймер сменяется? 50. На 50-м, видимо. Okay. А всем надо? Да. Ты думаешь, не стоит типа на 10 сейв грузить? Ну да. Арапа, у тебя что за религия? А, ты еще не принял? Ну ты же сделаешь религию, да? Да, конечно. Джихад. Подожди, я не пойму, у тебя даже нету... У тебя есть священное место, или ты только сейчас? Я не пойму. Пока нету, но будет обязательно. Ну, религия, я тебя смотрю, нехило так идет, даже без священного места. Что у тебя там за пантеон такой? Кромлихи. Нифига себе, у тебя камней, значит. У меня мрамор... Ну, мрамор же у нас на континенте. У меня 4 мрамора обработаны. Еще и культурка, вообще супер. Так, а что там? Сандр, хочешь проход? Бесплатно. А что это за аттракцион невиданной щедрости? Ну, просто заходи, посмотри, как тут все классно. Он хочет похвастаться. А где ты? Да ты стоишь скаутом на моих границах. А у меня... А, давай, конечно. Конечно. Или так, нет? Давайте пока отложим ученичество открывать. Okay. Сколько колясок? 4. Ну, пока маловато, надо еще. Не знаю, может их клепать уже прям до
героического века, а потом начинать. Так, ну я могу еще одного. Откуда у меня бегают караваны? Из Саиса и из Шедета. Давайте из Мендеса сделаем. Или из Эдфу. Из Эдфу. Садника одного построю. Дружище Инвиктус, куда ты поведешь свои легионы? Ты, если хочешь, можешь забрать ее. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!